Баланса председателя Минской группы ОБСЕ по деэскалации пограничной ситуации с Азербайджаном приемлем для Армении. Ереван готов отвести назад войска и ждет аналогичных шагов от Баку. Об этом в субботу на встрече с активистами партии «Гражданский договор» заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Минская группа предлагает сторонам отвести назад войска, потом с помощью Минской группы начать процесс демаркации и делимитации границы. Речь идет об участке Сотк-Хознаварги Гаркуникской области. Пашинян также подчеркнул, что считает Россию главным партнером Армении по вопросам безопасности, а ОДКБ – главной системой безопасности. Он добавил, что Армения выступает за размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном в случае одновременного отвода войск двух стран.